Здравствуйте, меня зовут Данила, мне 17 лет, и я расскажу вам свою историю учебы за границей. Сначала я учился в учебном заведении Wycliffe College, а потом перешел в Abbey Cambridge. Мы выбрали Wycliffe College, потому что это был самый лучший вариант из предложенных нам. При подготовке поступления в Англию самые большие сложности заключались в получении визы, что для Англии очень кропотливый процесс, и нам надо было ездить в Киев. И нам глава агентства Y Education помогла с этим очень сильно, потому что мы лично не имели никакого опыта с документами, визой и поступлением в заграничный колледж. Самой главной частью к подготовке к учебе это была сдача нескольких тестов и подача документов в сам колледж. Изначально я даже не подозревал, что у меня получится поступить в Wycliffe College, потому что по виду там были очень высокие требования, но, как казалось, я им подошел.